Всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Артуэн. Это мое новое видео по игре в Туалет Файт. Здесь недавно вышло обновление, и у меня остались незаконченные дела. А именно, убить нового босса Сквити Ученого и также поиграть за Большого ТББена и Титана Спикермена 2.0. Присаживайся поудобнее, подписывайся и ставь лайк, ну а мы начинаем. Итак, сначала давайте поиграем за Спикермена Титана. Пока что, ребята, он достаточно сильный, убивает скибидистов с первого удара. Так, у него две способности. Так, щит пока что используем. И вопа с одного удара сносит трех скибидистов. Это какой-то скибиди-паук, оглушаем его. Так, это первая способность. Вот вторая способность, это ракета. Все, мы просто убиваем этого скибидиста на изи. И теперь давайте поиграем за Большого ТВ-мена. Кстати, на него есть промокод BigTVMan. Я его как раз таки ввел и получил нашего Большого ТВ-мена. Давайте за него сыграем каточку. Так, ребята, он такой, ну, маленький. Так, ребята, хп у него маловато, конечно. Так, скибидистов, ну, с 8 где-то ударов сносит. О, это скибиди-катан. Давайте посмотрим, сможем ли мы ее убить. И, к сожалению, меня убила скибиди-катана. Ну что ж, давайте теперь пройдем нашего скибиди-ученого за дофак-бома. Итак, ребята, вот наш дофак-бом. Так, сносим первого скибидиста. Так, вот так, ребята, его сносим просто. Так, это второй скибидист. Опа, туда боссиков. Итак, ребята, и сейчас у нас будет скибиди-ученый, ребята. Он появился в конце прошлого видео, мы его не убили, ребята. Так, ребята, вот он, смотрите, какой он большой. У него 57 тысяч хп, это очень много. Так, бьем. Так, бьем. О, у него, смотрите, какой лазер, от него надо убегать. Этот лазер, как у Джимена. Так, давайте бьем. Бьем. Блин, все, сейчас он что-то... О, это вот атака волной. Бам, вот это нифига она была. Так, все, теперь его надо опять бить. Так, бьем его. Я ему уже почти половину снес. О, это что за удары? Что это? Получай. Блин. А, опять они. Ребята, он чуть меня не задел. Так, добиваем, давай. Давай. И да, я победил этого скибиди-ученого. Ну что ж, вот такое вот получилось короткое видео. С вами я был Артем. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.